Привет! Сегодня готовлю заливной пирог на кефире. По моему опыту, это самый удачный рецепт теста на кефире. Не оседает, всегда пропекается и самое главное, нет у готового пирога эффекта мокрого пирога. Ингредиенты самые обычные, и так приступаем. У меня сегодня капустная начинка, можно любую другую. В описании под видео я оставлю ссылки на видео с рецептами начинок для заливных пирогов. Луковицу порежем кубиками, 300 грамм капусты свежей нашинкуем соломкой. Берем сковороду, наливаем немного растительного масла, кладем лук и обжариваем его до полупрозрачности. Теперь добавляем капусту и жарим все вместе минут 5. Не нужно капусту доводить до готовности, достаточно того, что она уменьшится в объеме и слегка притушится. Теперь добавляем соль по вкусу, немного черного перца, перемешиваем и снимаем с огня. За это время, пока капуста тушится, отварим 2 куриных яйца. Очистим и разрежем кубиками. Порежем мелко укроп. Добавляем к капусте и перемешиваем. Начинка готова. Отставляем ее в сторонку. Приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Вливаем 300 мл кефира. Добавляем 1 чайную ложку соли без горки, перемешиваем и вливаем 70 мл растительного масла. Еще раз перемешиваем и добавляем просеянную муку 220 грамм. Только теперь добавляем 1 чайную ложку соды без горки. Чтобы быть уверенным, что сода погасится в кефире, я добавляю немного лимонного сока. Еще раз перемешиваем, тесто готово. Берем форму диаметра 24 сантиметра, смазываем маслом, наливаем половину теста, разравниваем, кладем начинку. Заливаем второй половиной теста. По желанию посыпаем кунжутом. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 35-40 минут или ориентируйтесь по своей духовке. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Готовый пирог извлекаем из формы, даем ему остыть, разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Жду ваши фотоотчеты в инстаграме. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!